Подготовка к единому дню голосования стала одной из главных тем на заседании окружной антитеррористической комиссии. Для безопасности граждан избирательные участки оснащены металлодетекторами, системами видеонаблюдения, а в дни голосования будет осуществляться круглосуточная охрана. Речь шла и о безопасности в школах. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением профилактических мер. В учебных заведениях округа установлены тревожные кнопки и охранные системы. Работают сотрудники частных охранных предприятий. По словам представителей правоохранительных органов, работа по подготовке к учебному году ведется в плановом режиме.